маленький принц говорил, что самого главного глазами не увидишь, правильно? Только сердцем можно увидеть, правильно? В доме завтрак, доброе утро! Спасибо! Спасибо! Светлана, убежали от слова инвалид, у нас есть слово ребята. Здесь вот этот простой прекрасный труд, он нужен им, он нужен нам. Но все это сельское хозяйство не продержится здесь и полугода, если здесь не будет ребят. Любая коммуна рассыпется, если нет идеи. Ребята, это наша идея. Все мы одинаковые. Больные, здоровые. Все мы нормальные, больные. В Германии я иду в магазин и получаю все, что я хочу. И это для меня слишком много. Я не хочу так жить. Они должны... На нас можно смотреть, как на зверинец. Странные люди. Ну, и мы странные немножко. И ребята тоже в чем-то странные. А можно вместе с нами радоваться. Не какой-то там, уж на кухне, давайте спасать мир, давайте спасать мир. Вот, пожалуйста, вот это для меня покаяние и спасение мира.